Мы должны признать, что те программы, которые проводят в мире, работают. Российское правительство должно признать работоспособные программы по снижению вреда для наркопотребителей и по заместительной терапии. Российское правительство должно действительно повысить бюджет на закупку лекарств и перевести всех людей, которые живут здесь с выявленным статусом, на получение терапии и хорошей терапии. Полный хлеб, руку на стол, кровь из пальца. Что знаете о ВИЧ-инфекции, как ВИЧ передается? Передается тремя путями. Половой, через кровь и от мамы к ребенку, если мама ВИЧ положительная. Больше так? Да. Употребление наркотиков внутривенно. Нет. Пирсинг, татуировки, переливание.